Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я покажу и расскажу, как совсем несложно добавить виджет канала YouTube на ваш блог, созданный на blogger.com. Для начала я захожу на канал YouTube. Спускаюсь в самую-самую вниз. Видите, здесь есть такая вкладка «Разработчики». Выбираю документации и материалы. Выбираю кнопку «Подписаться». Все здесь довольно просто. В разделе «Параметры» необходимо ввести ID канала. YouTube сам определяет ID моего канала. Я копирую вот идентификатор канала YouTube. Я копирую и возвращаюсь, вставляю вот сюда, вот в эту строчку вставляю этот номер. Предпросмотр, появляется вид этого виджета, я выделяю HTML-код, также его копирую. Теперь перехожу на свой блог. В режиме редактирования выбираю дизайн. Выбираю добавить гаджет. Выбираю из гаджетов текст. Вставляю HTML-код. Подпишитесь на мой YouTube канал. Выбираю сохранить. Просмотреть блог. Эта форма подписки есть. Единственное, что можно поменять, как всегда, место расположения этого гаджета. Допустим, сместить его повыше, пониже. Это уже на ваше усмотрение. Например, так. Сохранить расположение. И выбираю еще раз просмотреть блог. Ну и вот, человек заходит на вашу страничку. И может в любой момент перейти на ваш YouTube канал и подписаться. Все это довольно просто сделать, несложно. Надеюсь, этот урок будет вам полезен. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!